краткое руководство, как пользоваться корневой подкормкой железа фирмы Балагра. Так, друзья, мы берем буквально одну ложечку. И то, видите, без горки. Вот, без горки. Набираем воды. Немножечко водички. Одну ложку добавляем на 11-12 литров. Сюда точно так же делаем. Берем шланг и мешаем, разводим на ведра с мерным, таким, как сказать вам, измерением для безопасности. 12 литров. Ждем, да? Все, набралось 12 литров. Следующее ведро. И вот мы вносим под корень именно на влажную землю. Просто прям поливаем. У меня на грядку уходит таких 4-5 ведер раз в месяц в избежании пороза.